Во вторник в Самарской области переменная облачность. Местами осадки плюс 20 днем, ночью 12 выше нуля. Ветер северо-западный 5-8 метров в секунду. В Сызрани ясно. В дневное время плюс 20, ночью плюс 10. Ветер западный 6-8 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 11 градусов. Западный ветер 4-8 метров в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 18, ночью 10 с плюсом. Ветер западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Температура воды в реке Волга плюс 22 градуса. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.